Сталинский огородник, и я Елена. Добро пожаловать. Ну, начну цветение со своей красотки, которая до сих пор цветет, радует меня своим цветением. И даже уже цветет больше месяца, держит свои цветы, чему я очень-очень рада. Вот такая вот красота. Ну, думаю, что уже скоро начнет уже увидать, так как у нас просыпаются корешки. Но больше месяца цветет, радует своим цветением. Очень красивая в этом году она. Шикарная. С азиатов покажу, что цветет. В этом году азиаты меня просто радуют. Если в том году, в 18 году я их покупала, в 19 они стояли, растили только листочки, то в этом году они просто идут все с цветоносами. И причем на одном цветоносе вот у нас 3 цветочка. Очень красивые. Распускаются сначала вот так вот. Попробую сейчас отключить. Может быть, будет лучше. Нет. Распускается сначала вот в таком вот. И потом вот начинается вот такое вот желтение. Характерно. Это фаленопсис. Очень рада. Прям вот на одном цветоносе у нас 3 цветочка. И здесь еще у нас один на подходе. Вот он. И плюс еще вот еще один цветонос тоже уже распустился. И вот еще у нас тут 2 цветочка. Также у нас цветонос идет вот этот вот, который, с которым он пришел. И он здесь вот, я уже показывала, вот еще один цветонос у нас растит. Вот такая вот красота. Очень. Этот куплен в 18 году. И малышом. И вот посмотрите, здесь тоже у нас на одном цветоносе 3 цветочка. Четвертый вот на подходе. Больше, кажется, мне он взял от тетрасписа. Вот такая вот красота у нас. Вот он. Цветочки лаковые такие. Очень такие. Структура у них очень хорошая. И вот еще у нас один цветонос тоже. Один цветочек распустился, еще один на подходе. Вот. В этом году они решили меня порадовать. Еще один. Здесь один бутон обломала нечаянно. Ну, вот у нас тут два, опять же, таки цветоноса. И вот его цветение. Вот сейчас опять обломаю, наверное. Вот и вот такое цветение. Это тоже название подпишу все. Вот такое вот у нас цветение у этого красавца. Тоже цветочек такой, структура лаковая. Упругие лепестки. И вот так вот у нас цветет. Здесь у нас ну вот. Старый цветонос, к которому он пришел, а вот это вот новый, который он отрастил у меня уже. И вот продолжает до сих пор цвести на 2 цветоноса. Этот красавчик уже вот такие вот у нас желто-зеленые цветочки. Уже с одного уже цветоноса один опал. И вот эти здесь вот два, здесь вот один. И вот еще он цветонос растит. Уже пошли листики у него, так что... А самое красивое это вот этот. Вот распустился, он пришел месяц назад от Деби. Пришел только с цветоносиками, только-только намечались бутошки. И вот эти бутошки начинают потихонечку раскрываться. Сейчас я его попробую снять. Оп! Посмотрите, какая красота! Это вот такие вот цветочки. Это вот такая красота! Я его очень давно хотела, но я не думала, что у него вот такие вот красивые маленькие цветочки будут. Очень красивые, очень. Ну, здесь у нас еще бутончиков много. Я ему подложила здесь пенопласт под его цветоносы. Боялась, что я их залью и когда буду проливать. Но ничего,
Вот такие вот у нас бутушки. И вот такая вот у нас красота. Очень красивый. И вот так вот мы начинаем потихонечку распускаться. Все бутошки начинают потихонечку у нас вот распускаются. Так что такая вот красота, милота, такой маленький, такой красивый. Сейчас повесим его. И надеюсь, что я вам покажу его вот в таком вот. Вот он. Очень красивые цветочки. Маленький, красивенький. Ну вот он вот так вот у нас висит. С Вандой Тессалата. Которая тоже радует. Вот здесь вот у нас идет корень. Вот здесь наши мы уже адаптировались. Причем очень хорошо, потому что у нас идет цветонос. Вот. Один цветонос мы, она процвела, когда пришла. И один цветонос она перед тем, как она его вот здесь держит. Вот. Но после того, как она адаптировалась, она пошла в рост. Посмотрите, как мы уже выросли. Если мы вот этот у нас листочек был здесь, то у нас уже начинает потихонечку мы начинаем уже перерастать. И вот у нас будет наш один цветонос, и тут же она растит всегда второй цветонос. Так что также у нас корни очень хорошо растут. Вот, если видно, то вот мы, она пришла вот с таким, и вот так вот она уже у нас нарастила. И этот у нас тоже видно очень хорошо, потому что когда она только я ее посадила, она немножко подтормозила, и вот уже вот такие вот у нас идут корни. И плюс вот этот сейчас с другой стороны обойдем. Здесь тоже растет. И вот этот уже непосредственно, вот этот вот корешок, он уже вырос и идет, растет у меня. Она уже адаптировалась, чувствует себя замечательно и хорошо. Вот так вот мы уже и растем. Если она вот чуть-чуть только заходила за вот это вот промежуток, то мы уже вот здесь вот у нас уже видно, как она растет, как она начинает, очень хорошо адаптировалась. Ну, пожелаем ей только хорошего роста и пышного цветения. Еще один красавчик. Расцвел у меня мой дракоша. К сожалению, только сейчас, на данный момент, выдал мне три цветочка. Два цветочка он отсушил. Но я думаю, из-за того, что вот мы здесь растим еще один цветонос, и здесь у нас вот еще также идет вот там вот еще один цветонос. Вот. Так что я думаю, здесь вот он, видите, засушил мне два бутона, засранец. Но и цветы в этом году какие-то немножко чуть-чуть деформированные. Я думаю, что, может быть, я его не долила. Но он все время растет. Он все время выдает сразу быстро новые листья. И вот еще два цветоноса у него на подходе. Растим корни вот такие. Вот я его сейчас на данный момент посадила. Вот сейчас хочу подвесить. И посадила я его вот в такую вот корзину. Здесь я еще немножко ее поддекорирую, и с ним будет все замечательно. Надеюсь, ему все понравится, так как корни у нас уже вот так вот все торчат в разные стороны. И вот этот вот корешок он меня закупорил, потому что ему не понравилось то, что я его чуть-чуть здесь пропустила, но его немножко надо чуть-чуть обуздать, так как корни пошли уже во сюда, куда ему хочется. Так что попробуем его немножко обуздать. И посадила я
Здесь немножко задекорируем, как еще как не придумала, но думаю над этим, чтобы его задекорировать. Вот такая вот у нас красота уже пошла. Пахнет, как всегда, замечательно. И ждем еще два цветоноса у него. Еще одна красота, которую я купила. Ну, сейчас его трудно, конечно, назвать красотой, но это действительно очень красивый, шикарный. Вот в таком состоянии я его купила. Женщина подошла и спросила, почему вы покупаете такой дорогой, он стоит 11 евро, почему, говорит, вы за 11 евро покупаете вот такую, ну, неприглядную, говорит, камбрию. Я ей объяснила, что они очень дорогие, и вот, например, я покупала свой коричневый, пчелку свою за, ну, 25 евро, да, этот 11 и в таком хорошем состоянии. Здесь, конечно, вот такие вот три бульбы, и новый рост у него идет, пока я его не пересаживаю и не думаю пересаживать, так как корни уже у нас пошли. Вот такая бульба, посмотрите, вот она, то есть у нее, если вот мой кулак, то вот такая вот у нас бульба красивая. И по совершенной случайности толстый такой вот цветонос. Да, не довезли, конечно, его, но в следующем году, конечно же, у нас будет уже очень шикарное цветение. Если тот у меня больше коричневого, меньше желтого, то здесь наоборот. Здесь больше желтого и меньше коричневого. Это совсем другое Odontoglossum. Так что вот такая вот красота мне досталась. Ну, стоит, пускай стоит. Приведем его в порядок, когда он отцветет. Хотя он уже вот в таком состоянии, я его неприличным купила. Обломались все лепесточки, все цветочки. Ну, ничего. Зато следующее уже домашнее цветение у нас будет уже замечательное. И это будет уже наш. Посмотрите, у него какая тут губа. Губа это вообще шикарная. Действительно пчела. Так что и у него такие вот красивые переливающие лаковые цветы. Так что будем ждать следующего цветения, уже домашнего. Надеюсь, что ему все понравится. Ну и пойдем посмотрим голландцев. Голландцы у меня, как всегда, цветут в самом соку. Из голландцев Golden Beauty до сих пор цветет уже с весны. Выпустил мне цветонос. И вот так вот выпустил он два цветочка. Сейчас на данный момент он все время его доращивает. Уже палку перерос. Ну вот мы еще доращиваем. Открывается небо у меня. Вот такая у нас вот такой вот цветонос, разветвление. Здесь еще и вот такая вот красота. Начинает открываться уже на подходе третий цветочек. Начинает радовать. Стояла год. Думала. Корней нарастила кучу. Моя любимка растит листья. И еще вот один цветонос выпустила, так как я этот цветонос поломала. Дикий кот на два цветоноса. До сих пор цветет, ни одного цветочка он не сбросил, доращивает бутоны. Ну, коты они такие любители пышнее подцвести. Вот такая вот красота на два у нас цветоноса. И до сих пор вот мы там доращиваем. Здесь он пошел у него разветвление, и тоже на разветвление он доращивает. Моя шоколадка варигатка. Два цветоноса у нее было. Она пробудила на каждом по почке. И плюс еще выпустила цветонос. И вот он. Вот такая вот у нас красота. Пышнячая. Очень красивая. Здесь каждый цветочек индивидуален. Очень, очень, очень. И вот даже, наверное, будут доращивать еще цветы. Но очень красивый.
И там на том цветоносе она два выпустила. Биглип мой начинает, опять же таки, два цветоноса у нас тут. И третий вот у нас идет. Так, это мой пенив. Пенив тоже раскрылся весь. Один бутон я ему оторвала нечаянно. Но последние у него, как всегда, идут. Я цвету как хочу, а ты радуйся. Вот такие вот открылся последний. То есть каждый цветочек тоже индивидуален. И это моя змея-кобра, как я ее называю. Цветет она на... Здесь у меня детка цветет. Тоже вот дорастила два бутона еще. А здесь у нас детка отвалилась. Она стоит в стаканчике. И вот он. Она выпустила еще один цветонос. И вот цветет. Сегодня открылся вот этот вот. И вот по ходу дела она решила еще и доращивать. Нектара у нас очень много здесь. И вот такой вот у нас лист с этой стороны. Почему-то листы идут. Вот с этим я его покупала, как кобра капюшона. И вот этот вот новый лист тоже идет. Здесь такой же, как кобра капюшона. Там моя панда не успела отцвести. Она уже новый цветонос выдала. Ждем цветения. Вот такие вот у меня новости. Вот такие вот у меня дела. И вот такая вот у меня красота. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачи и пока-пока.